Форум «Японская весна на Волге» преподносит множество приятных неожиданностей. Одна из них – открытый сегодня арт-инкубатор, предназначенный для обмена национальными традициями. В здании Ульяновского государственного университета собралась студенческая молодежь России и Японии. Сейчас будет презентация, мы послушаем, подумаем. Я думаю, что мы будем изучать русскую культуру. Проректор университета Татьяна Кириллова рада интеллектуальному сотрудничеству. Не первый год она радушно принимает гостей из страны восходящего солнца. Вообще пикантность ситуации в том, что ребята, которые приехали из Японии, физики, это студенты будущей физики. Но тем не менее, вот сегодня русские студенты, студенты Ульяновского государственного университета и японские ребята должны поработать в сфере искусства. Что из этого получится, увидим завтра. Татьяна Кавелла поведала о том, что форум несет не только культурную ценность. Японская весна на Волге проходит 4 дня, и за это время произошло событие, которое может значительно повлиять на международные отношения. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов встречался с губернатором префектуры Ибараки, господином Оигава, и они обсудили ряд вопросов, включая бизнес, культурно-гуманитарное сотрудничество и молодежные обмены. Сегодня ульяновские студенты и японские ребята начнут совместную работу, которая, я надеюсь, станет началом новых отношений в рамках молодежного партнерства Ульяновска и Японии. Международный форум продлится до 18 мая. Ну а завтра его организаторы узнают о творческих успехах русско-японского коллектива. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.